Раз, два, три. Здравствуйте, друзья. Проверяю я игру. В общем, мы продолжаем играть Rage. Присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёчек. В принципе, мы погоним. Что в этот раз у нас прям игра не хочет идеально записываться. Так. Под стримы. Так, нам вроде бы... Так, подожди. Где эти враги нафиг? Я их не вижу. Один готов. Оу. Я тоже могу пускать ракетки. О, давай. На. Нам надо поехать в город Призрак. А проход, походу, здесь, да? Так. Чего? Ладно. Готовьте лайки, колокольчики, не забывайте приглашать друзей. Вот. А мы зайдем в мертвый город. Всем приятного просмотра. С вами Казуку. Будет очень интересно. Но если вдруг прервется стрим, значит уж, ребята, извините. Такова судьба моих стримов. Иногда некоторые могут сказать, что я не общаюсь с аудиторией. На самом деле общаюсь, просто я бываю сосредоточен на убиваниях. Хрюканье всякие тут происходят. Что ты хрюкаешь, сволочь? Тебе не нравится Казуку и подписчики? Жопы с ручками. Так, куда нам топать? Вот это вопрос. Чем-то мне Fallout напоминает. Эти туннели сраного Fallout'а. Опа-на. Какой же ты Спайдермен, мать его, так. Тебя как бить? На. Ой, не получилось, да? Простите меня. Грешного. Так. Патроны правительства. Я не помню, как на горячую клавишу инвентарь, по-моему. Подожди-ка. А как вызвать инвентарь? Подожди-ка. Вот. А на какую кнопку вызываются эти? Быстрое использование. Вопрос. Как оно меняется? Гранаты вот это динамит или что это? Как его кидать, нихера не понятно. Но очень интересно, да? Так. Схема, мини-ракета. Сделай. Мини-ракета. Сделай робота. Сделай турель. Что еще? Мамаши. Это что такое? Уровень здоровья.
крылопалки, но они есть. А, это бинты. Так, подожди, я нам наверх, да? Так, ладно. Наверх так наверх. Пули пока что. А, это арбалет. Блин, нафига мне арбалет? О. Здорово! А мы вас не звали. А вы кто? А как вы сюда пришли? Так. Голова должна быть интересная, да? Чего? Че это за звук? Крединда какого-то, а? Они со знаками? Такие типа автостопщики. Типа мужик до резинов, да? Кач. Кач. Ту-ду-ту. Че, серьезно попал? Оу. А ты кто? Что-то мне этот парень вообще не нравится. А есть у нас что-нибудь покруче, нет? Нет, я кажусь это. А как тебя валить? А как тебе валить, дружок? Ой. Блин, прыгай. Ай-яй-яй, больно. Блин, мне реально чем-то Рейдж напоминает Палыч. Не знаю почему, а именно Палыч третий. Там были мутанты, которые были с подобными пушками. Это мои размышления, которые напоминают, что нужно обидоваться. Да ладно. Все поклонники Fallout'а третьего. И вот такие... Всё? И вот такие уроды были там. Да ё-моё, перепрыгну. Чего? Дом, милый дом. Реально чем-то Палыч напоминает. Не знаю почему, ну... Да ладно. Давайте не будем зацикливаться на Палыча, а будем зацикливаться на Рейджи. Короче, вы поняли. Там тупик, да? Who is here? Чё? О, лапа какая-то. Здорово. Это была рука халявщиков. Кто любит халяву? Чё за звуки? Что это были за звуки? Чё это за рычание? А? Откуда? Чё? Кто что хочет мне сказать? Чего? Чё ты там пытаешься мне сказать? Чё? Больно? И... Где же там брат открыли? Да ё-моё. А дальше чё? Когда вы будете рычать? На меня. Чё?
мужик. Ну хотя бы субтитры говорите, что вам надо. Я даже понять не могу, что вы от меня хотите. Что? Откуда они лезут? Я тупой? Или я чего-то не вижу? И чё? А как туда пробраться-то, алло? Вопрос. Как мне эту дырку протиснуться? Чего? Так, я что-то нифига не понял. А что дальше? Куда? Что? Кто рычит? А дальше что? О? Серьезно, скрипт не сработал. То есть он там застрял, а я бы не прошел. Да ё-моё. Зашибись, мне везет. Оу. Там какие-то злые эти пиротехники. Ё-моё. Ребят, вам кто-нибудь говорил, что огонь предназначен, точнее, огонь детям, не игрушка, ладно. Вам, походу, насрать, что я говорю. Дети подземелья, блин. Еще и разговаривать не умеют, блин. Что-то рычат. Ну то знаете, что неизменно? Они дерутся, бухают. Пивные бутылки бухают, огонь в руках держат. Ну, блин, современные прям это. Как его? Гопники. Живут, бухают, подбухивают, кому-то звонят, троллят. Это мошенники, это, знаете, гопники, мошенники, которые звонят, представляются, что, короче, кологонг, представляются, что они из банка. Короче, я понял, их не офис, вот видите. Короче, я понял, что это за хрень. Я раскусил их бизнес-движуху. Так, а чё нам вниз? А чё-то я вниз не хочу. Чё-то мне страшно вниз идти. А чё, в любом случае вниз всё... Типа что, аккуратно спуститься, что ли? Детали машинки. Аккумулятор. Да. Походу нам мягко намекают на то, что мы должны спуститься. Спуститься, чтобы жить. Здорово. Блин, я не знаю, как менять выбор этого оружия быстрого. Опять этот хрендяй. Ну это какой-то с этой штукой. Осьминож. Я буду его называть осьминожка обосрёшка. Ё-моё. Мужики, да нету у меня пива. Вот что делается с теми, кто много бухает. Что? Я не знаю.
Давайте еще потанцуем. Танцую диско. Что? Что? Ну ладно. Неинтересно, скучные слишком ребята. Скучно у них какие-то веселухи. У нас на районе и то веселее. Так, а что нам дальше делать? Двери все закрыты. Турникеты тоже закрыты или нет? А нет. Турникеты. Воу. Ой-ой-ой, это, короче, это. Какой-то злой прародитель этих. Придумать бы. Контролёров. Контролёр. Банка лосося. Всякие штуки-дрюки. Чего? А, сначала нужно это. Ботинки. Когда-то у Иринки были классные ботинки, да? Такс. Открыто? В смысле? А, теперь закрыто. Кто там переключил? Кто там шаловливые ручки переключили мне? Штучки, ты? Похоже, не ты. Эй! Чего? Хрюкать, пукать. Можно. Мужики, вы откуда там сзади лезете? По скриптам? Походу, что да. Скрипты — дело святое. Какой у них тут задрыпанный район? Яйца какие-то. Прям яйца судьбы. Опять хрюканье пердежи. Да что за дела, а? Мужики, да нет у меня пива. Я понимаю, что ты там какой-то хернёй иссёк. Чего? В центр мертвого города? Да. Да, ну центр так центр, да? Так. Я вижу поблизости взломы. Вижу движухи какие-то намечаться должны. Бухлишка. Правильно, нужно, прежде чем идти в тяжелые места, нужно бахнуть. Ну, бахнем. Так, подожди. А что у нас тут? Розовые штучки? Или не розовые штучки? Да. Какое-то задрыпанное место, которое нам вообще ничего не дает. И опять какие-то задрыпанные районы. Воу. Чего? Черная кружка? Нормальный так ассортиментик. Ну чё? Бахнулась? Или как? Все, можно идти? Чего? Опять вы! Сколько раз вам повторять?
Не поделюсь я с вами пивом. Я сушняк. Сушнячок, сволочи. Но не дают бухнуть. Чего? Да-да-да-да-да. Особенно это тебя касается. Блин. В этом дверь стрелять спину надо. Умри. А я в рукопашку могу. Ты веришь? Блять. Проще тебя. Там чё? А важнее лишь на то, что я последнюю бутылку. А сука, что за читерство? Что ты там мокаешь? Валим нафиг отсюда тогда. Нравится им что-то там. Всё? За собой закрыли. Большая территория, однако. Кто там ответ коверкает? Ой, ты споткнулся, ну прости. Это на моем пути, как бы, братан, извини. Так, свали нафиг отсюда, придурок. Блин, реально, мне это напоминает студентов, которые чисто это, мутанты-отжиматели. Вечно что-то отжимают. Всегда кому-то проще отобрать, чем заработать, да? Могли бы делать какие-то добрые дела людям, получать еду. Кто там опять рычит? Точнее, откуда? Да, они неплохо прям устроились. Чего ты там пыхтишь? Здрасте, ты сказал? Или что? Здрасте. Только не так здороваются у нас в округе. Да ладно. Мужики, не так здороваются, вы меня слышите? Давай, прыгни. И чё? У них такой звук издается, знаете, как я в этот резик пятый играл. Точно так же они дерьмом исходят, как и эти же сволочи. Больница. А это что за район? Канистра. А куда нам вообще? Ну нам не сюда, да? Подожди-ка. Мы пришли отсюда. Какая же я невнимательная сволочь. Тут, кстати, это... Знаете, чего не хватает? Я много думал, ребят. Да, я пытаюсь с вами разговаривать, шутить, по возможности в чат смотреть. Но писать я не всегда, кстати, могу, поэтому не судите меня. Я в основном могу говорить и играть. Ракетомет. Здорово.
какой ты злой, мать его, так. Слушай, а ты когда там свою дырку показываешь, это типа комплимент или что? Ой, какой ты злой, мать его, так. Воу. А, это его херню не целится? А чё он не нацелился, не пойму. Не понял. Не понял нифига. А нет, подожди. Оу. Ты не злись, мужик. Чё за... Не, попал в кошку или куда-то. Давай, злись еще раз, давай. Да ёбрас. Вы знаете, в чем меня бесит в современных играх? Эй. Офигенно, блин. В смысле, не попал? Мысли не попал. Почему? Только так. Как скучно, пиздец. В смысле не попал? Я же жму. Я же жал. И чё? Куда ракеты попадают, алло? Куда, блядь, попадают ракеты? Я нахуй не могу. Блядь, это... Что это кассирует, вот вопрос? И... за прикол. Не понял ни хрена. Чё он попасть не может, блядь, я не пойму. Пытаюсь не целиться, что за идиотизм, блядь. Даже не ближе надо попасть, а подойти, блядь. Наконец-то. Ух, твою мать. Ну, давай же, блядь, поднимись ты к нему. Еще раз ближе подобраться, блядь. И чё? Попал или нет? Алло. Нет, нихуя не понимаю, ракеты нихуя не попадают, как мяча. Ну чё за хуйня? Хули ракеты не попадают?
знал. В смысле, блядь, вы издеваетесь? Блядь, да вы, блядь, шутите нахуй. Что за дичь? Блядь, это реально. Блядь, вы издеваетесь? Я не пойму, когда загореться должна или чё? Она не сразу срабатывает. Чё за тупость? Понял. Куда ракета летит, алё? Блять, вы издеваетесь? Блять, дайте последний раз попасть в него, блять. Алло. Хули скрипт не срабатывает? Сработает дно. Чё он ему в дырку не попадает? И чё? Почему через него ракета проходит, блядь? Наконец-то, ёбаный в рот. Мужик, вдох. Мужик, пока. Мудак.
что это такое? Ничего полезного. Походу во всей игре тут ничего полезного. Опять же, как же матери. Да иди в жопу. Понимать. Не бесит. Блевоту. Это что такое? Блин. Да сдохни. Просто умри. Чё это такое? Так, подожди-ка. Блин, сколько времени я трачу на всякую херню? Что-то такое. Мужики, вы бесить начинаете. Вот натуре. А вот парасите. Кто там огненный, я не пойму. Огонь мутантом не игрушка, понял? Придурок. Они никогда не понимают, когда им по-русски говоришь. Да хоть по-китайски им скажи, они и не поймут. Бан, который нихера не нужен в эпоху апокалипсиса. Блин, это, конечно, все атмосферненько и интересно, блин. Тор... Слушай, ты заколебал, рычальщик. Призыватель. Хрен. Слушай, ты там что, пукнешь, что ли, а? И куда? Сюда? Хреново больница. Чем-то мне прям больницу напоминает этого Silent Hill'а. Чё? Это что такое? Что это такое? Электрик. Ствол турели. Чего? Бинты. Что это значит? Чё? Откуда звук? Чё это за... Блин, реально ни хрена не страшно. Что за жизнь, мать твою, а?
какие-то озверевшие эти. Они в главе лидера чувствуют себя это самоуверенными. Зачирщики. Они зачинщики и зачинщики. Так, прикольная комнатка. Подожди, это книга? Нет, показалось. Так. Нифига себе, молоток. О, это мы вернулись назад, практически, да? Или куда? Куда это мы вернулись? Опять всякое подземелье. Ну и ладно. Ух. Устал я от этих уже разборок. Так, подожди-ка. Кто там пытается нам жопу надрать? Воу. На нахер. Подожди-ка. А куда этот хрен он удрать пытается? Пытался, да не... Не получилось. Так, я не пойму, нам возвращаться через какую область? Подожди. Через эту? Что-то прям лихо нас похерачило. Так. Откуда пришли, оттуда пришли, да? А сколько там по времени уже? А, 46. Угу. Назвали же его, блядь, Квасир. Ну? Ты вернулся целым и невредимым. Да, есть такое дело, мужик. Замри, пока я буду улучшать твой дефибриллятор. Это больно, но не очень. Ну вот, и все. Теперь... Он в два раза мощнее, и я уверен, тебе это пригодится. Помни, правительство беспощадно. Однажды ты попадешься, это только вопрос времени. В конечном счете ты придешь в сопротивление, но пока мы пойдем другим путем. Итак, я проанализировал образец филтрита. Бандиты пытаются переработать филтрит в катализатор взрыва, и похоже, у них это получается. В их руках очень опасная вещь. Этот кусок нейтрализован. Неси его к Клейтону. Он должен знать, чего от них ожидать. Отдай ему. До скорой встречи, друг из прошлого. Оки-доки.
Погнали, чё. Так. Побежали. Относить. И отвозить. К этому Клейтону. Твою мать. Кто там? О. Давай, уничтожай же эту абразину. Оу. Ну. Все, это там последний был? Или нет? Надеюсь, что последний черт был. Так. Территория саванов. Оу. Охренеть, блядь. Мужики, может вы помрете, нет? Хотелось бы, очень надо. Чтоб вы кикнулись, блядь. Так. Не знаю, я видел второй рейдж. Он не хуже, конечно, первого, но у него атмосфера другая у второго рейджа. Первый мне чем-то больше нравится. Не знаю почему. В первом какая-то атмосфера фоллаутовская, что ли. Так. Подожди-ка. Так, как починить? Починить. Давай. Слышал, ты ходил к деду Классиру? Он столько всего знает. Слушай его, он того стоит. Окей, спасибо. Так. Майор. А Клейтон это майор или шериф? Подожди-ка. Сейчас посмотрим. Так. Как интересно. И как тревожно. Спасибо, что помог нам. Вот твоя награда. Ты очень способный и достойный человек. А главное, ты до сих пор жив. Шериф Блэк точно найдет для тебя работу. Так, глядишь, и уважаемым человеком станешь, друг. Все? Тебе больше мне нечего сказать? Ладно. Кантри они слушают. Нормальные мужики. Так. Стэнли. Граждане, внимание! Шериф Блэк сообщает о повышенной активности бандитов к северу. Так, ладно. Подожди-ка. И тут кантри. Ценители кантри. Как дела с автогонками? Припасы сами себя не доставят на место. Серьезно? Как дела с автогонками? Припасы сами себя не доставят на место. Блин. Сначала нужно гонку выиграть. Ладно. Выиграем мы ваши гонки. Мужики. Так. Здравствуйте. Хочешь автомобиль покруче? Допустим. Тогда спонсорская пыльная 8 то, что тебе нужно. На ней местные лидеры индустрии показывают товар лицом. Тут тебе и гонки, и реклама. Все довольны. Если хочешь участвовать,
Тогда лучше найди себе спонсора. Крутым гонщиком крутые тачки. Ходят слухи. Парню из того шоу «Убей мутанта» или как его там, требуется водитель. Если хочешь, поговори с ним. Ага. Пыльная 8. Ты найдешь эту обитель ужасов на Южной магистрали. Ищи знак с его... Посмотри доступные заезды. Новичкам везет. Ага. Увидимся. Подожди-ка. Это получается нам... Таких запчастей нигде не найдет. Ну чё, выбрал? Подожди, мужик. Это автозапчасти, да? Так. Тема череп. И все? Теперь будет летать. Блин, все-таки обязательно надо к тому мужику, да? Кстати, а где доска объявлений? Я хочу сходить в магазин и в доску объявлений. Что там у нас? Охрана каравана, ну это херня, это доп. Задание. Это, ну, реально напоминает атмосферу Fallout, не знаю почему. Ну давайте бросок. Тебя. Неплохой бросок. Ага. Давай. Давай. Неплохой бросок. А, подожди, а как выйти из этой херни? Тебя. Не хочу. Я наигрался, подожди. Люди часто исчезают в этих местах. Стоит привлечь внимание правительству, и считай, тебя уже нет. Как будто и не было. Пропал кто-то. Так, я пойду посмотрю. Посмотришь на мои товары? Так, точно, мана. Посмотрю. Давай поторгуем. Поторгуем. Так, это что у нас? Взрывчатка? И что еще? И все? Да что такое? Шестерни. Шестерни. А это что? А, вот еще. Ракеты гадюка. Доброго дня. Спасибо, начальника. Доброго дня тебе тоже. Так, ладно. Погоним тогда. Спасибо за внимание. Будьте начеку. К машине. Текс. Подожди, а эта женщина, которая дает эти за мутантов, она платит? Отлично. Дороги стали чище. Вот твоя нога. И? Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу. Мне актрису напоминает это Салли. Не знаю, какую актрису. Мужики, здорово. Девочки тоже. Привет, странник. Ты здесь, видно, новенький. Поможешь человеку, убитому горем? Моя жена больна, и я готовлю для нее особое зелье. Не хватает одной вещи — свежего ночного цвета. Я и минуты не продержусь в пустоши, но ты мне кажется, на это способен. Говорят, он растет на болоте безумного Джо. Сможешь туда добраться? О,
чудо-средство. Сынок, ты нас спас. Я беден, но возьми рецепт моей жены, который ей помог. Может быть, и тебе он однажды поможет. Сынок, моей жене хуже с каждым днем. Прошу тебя, помоги нам достать ночной цвет. Без проблем. Не напрягайся так, мужик. Так. Внимание, жители источника. Должность мэра возлагает на меня ответственность за свободную торговлю в городе. К сожалению, я получаю сообщение. Ха-ха-ха-ха-ха. Собрать чудо-средство. Попробуем до чудо-средства добраться. Интересно, далеко. Опа-на, жертву вижу. Ну нахрен. Так. Опа-на, Зюзю. Твою мать. Ну, может, ты будешь их мочить, нет? Давай. А где еще один? Ну, давай, вали, 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 ну. А где еще один? И где он? Твою мать. Я тоже так могу, сволочь. Где ты там? В смысле? А где он? Был пацан и нет пацана. Походу это какая-то новая территория. Я тут не был. Что это за территория-то? Что это такое? Что это такое? Ё-моё. Что-то серьезное. Я думаю. Это что такое? Вышка какая-то? Да. Интересно, что это за вышка? Или я тут был? Я уже потерялся. Ладно, пофиг. Еще к этим болотам доехать надо, блядь. Что это такое? Безумный мужо? В смысле? Это кто? Что ты тут делаешь, по-твоему, а? Что ты орёшь? Что, старого Джо ищешь? О, могу поспорить, что нет. Я никого не интересую, а вот болото — да, там чего только нет. Растительная жизнь. Не только кактусы всякие, а особенные вещи. Все это начало расти после того, как осела пыль от большого взрыва. Космические растения или просто мутанты. Кому какое дело? Но знающий человек может их применять для разных целей и полезных тоже. Ты не похож на грязного бандита, так что можешь тут осмотреться. Возможно, тебе повезет, найдешь ночной цвет или еще что-то. Не свались в болото. Видал мутантов? Они были такими же, как мы с тобой. А потом упал камень с неба. И те бедняги, что остались наверху, стали меняться. Кошмарное время. Видно, не успели зарыться поглубже. Теперь эти мутанты становятся только хуже. Не знаю как, но правительство ставит на них эксперименты. Делает их больше и злее. Будь начеку. Видишь мутанта? Беги.
С ними не договоришься. Порвут тебя, как тряпку. Что-то еще? Мне больше нечего сказать. Проваливай. Что так злится, мужик? Так, подожди. Как? А мы не проедем уже, да? Это ж болото? Хорошо. Это болото. Фильтр для воды. И чё? Мы ж, наверное, утонем, да? Или как? И мы еще не в болоте. По-моему, это еще не болото. Что такое? Ну-ка. Что? Это еще не район болот? Что такое? И все? А то что? Подожди-ка. Что это за территория? Какие-то скалы, что ли? Или что это? Подожди-ка, мне интересно. Что это за территория? Что это? Пустынная сфора. Тут одна такая штука была. Надеюсь, я не зря сюда сходил. Это что такое? Еще один? Подожди-ка. Еще один, да? Угу. Сколько там? 5 минут осталось. Ладно, доберемся тогда до машины, наверное. Может, мы не провалимся? О, еще один цветок. Подожди-ка. 3 цветка. Подожди, 4, что ли, а ну-ка? Нет? Вот же, блин. Ну и ладно. Вот и добрались. Погнали, чё. Чё за... Не успел я выехать, уже звук. Да. Интересно. Да блин. Мужики. Давай там поехали, мужики. Где еще? Все? Подожди-ка, что это такое? А, это кусок металла. Кусок металла. Для твоего погоняла. Так. Любитель пострелять. Ну, красиво. Тут места прям некоторые прям офигенные в этом. Вход в источник. Так. Будет расширяться.
странник. Мы с женой в вечном долгу перед тобой. Вот мой рецепт. Приготовь все правильно и будешь здоров, как никогда. Так. Новый предмет. Что ты там читаешь? Слыхал, пустоши уже не так опасны благодаря тебе. Ты молодец. Спасибо. Да не за что. Молодец. Вот твоя награда. До скорой встречи, надеюсь. Спасибо, так. Говорят, возле мертвого города стали пропадать люди. Опасное место. Друг, держись от него подальше. Угу. Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу. Так, ладно. Спасибо, мужики. Пока, мужики. Так. Фух. Текс. Ладно, можно, в принципе, валить на улку. Так, подожди, а как нам на улицу попасть? А, через этого. Так. Один задание. Нужен Куприна, спонсор. Ладно. Так. Не знаю, долго топать, недолго. Такс. Наверное, мы здесь сделаем на красивом виде. В общем, это. В общем, ребята, не будет долгого стрима. Всем спасибо за внимание. Мы продолжим уже в следующий раз, потому что это тоже будет долго. Ну, долговато. Вот, чтобы стрим не навернулся. Всем спасибо за внимание, за то, что писали, комментировали. А всем спасибо за внимание. С вами был Денис, Казуку Фэмили. Всем до новых встреч. Не забывайте про лайки, приглашать друзей. А всем до скорого. Не прощаюсь. Всем тепла, добра, уюта. Всем до скорого. Пока-пока.